Наш знаменитый автомобильный мост через реку Березину. Помните, когда-то на той стороне, вот там, стоял памятник экипажу Павла Рака. Теперь там готовится подземный пешеходный переход с лифтовыми кабинами. И памятник переехал вот сюда, на вот эту большую красивую площадку. И теперь он стоит здесь. Смотрит он на восток. Раньше всегда танки смотрели на запад. Значит, у нас улучшаются международные отношения. Но это я так считаю.